Ну что ж, большое спасибо Ивану за данные новости. А мы перейдем к своим новостям. В ближайшее воскресенье, 9 апреля, в Челябинске пройдет Кубок губернатора по танцевальному спорту. Событие очень резонансное еще и потому, что на следующий год Челябинск примет чемпионат мира по латиноамериканской программе. Да, об этом и не только об этом поговорим подробнее сегодня в нашей студии с гостями. В нашей студии бессменный организатор Международного Кубка губернатора по танцевальному спорту, судья международной категории Вероника Бутузова-Балтина. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Доброе утро. И пара Арсений и Полина Жильцова. Доброе утро. Здравствуйте. Мне кажется, надо уточнить. Танцевально-бальная пара. Ну, конечно. Да. А то подумаешь, что тут муж и жена сидят. Да? Пришли. Ну что ж, доброе утро еще раз. Итак, что в этом году будет? Чем будете, Вероника, удивлять? Вот вы же всегда удивляете каждый кубок. И вот в девятый раз чем будете удивлять? В этом году мы бы хотели показать нашим зрителям ту программу, которая будет заявлена на чемпионате мира 2018 года. Это программа Segway или шоу-программа. То есть, когда каждый танцевальный дуэт танцует мини-спектакль. И хотим показать чемпионов Европы и мира с показательными выступлениями именно в этой программе, которые к нам придут в гости. Чемпионов этого года, да, пока еще? Разных лет. Да. Как раз они будут анонсировать и презентовать вот ту программу профессиональных исполнителей по латиноамериканскому шоу, которое мы будем танцевать и показывать всем уже на будущий год. А в целом будет турнир посвящен, как обычно, разным возрастным группам. Детишки от 3 лет и до самых сеньоров, до 60 лет будут нас радовать своим мастерством. А вот на чемпионат приедут даже титулованные танцоры. Кто это будет? В этом году это будут, конечно же, победители всероссийских соревнований, международных соревнований. Это будут чемпионы России уже в трех группах заявлены нынешнего года, 17-го. Тех национальных первенств и чемпионатов, которые прошли уже у нас в федерации. Чтобы познакомить вот с лучшим. А за кого нам болеть? Нам, челябинцам, за кого наши-то болеть? Представлены? Наши будут обязательно все представлены. Вот буквально через час после этой программы я буду посещать президиум Челябинской областной федерации танцевального спорта, где мы еще раз проговорим все оргмоменты, где мы... Финальные заседания. Да, чтобы мы, естественно, для себя могли уже просчитать, сколько у нас будет медалей, в какой группе, кому выставляем, для того, чтобы все-таки показать, что вся область работает на хорошем уровне, высоком, оно так и есть. Можно мне вопрос, Полиночки? Полин, скажи, пожалуйста, а ты будешь участвовать в этом году непосредственно в Кубке? Мы хотим, конечно, получить и этот кубок, но мы будем стараться и достигать целей. Вот молодец, вот сразу, вот юный спортсмен. Да, ты спросил, будешь ли участвовать, она уже говорит, сразу, мы хотим получить. Вот это вот главная Вероника, правильная мотивация, да? Вот молодец. Что это за пара? Это Полина и Арсений. Кто эти ребята? Ну, понятно, что они танцоры, да? Расскажите нам о них. Но это наши титулованные танцоры, наши спортсмены, которые у нас занимают призовые места и на уровне города, области, региональных соревнованиях и даже на уровне России. Недавно мы удачно выступили в Казани, где у нас они заняли второе место, серебро привезли, да? И еще четвертое. Вот, извините, можно вопрос? Полиночка, как ты одна с микрофоном, скажи, что подарили за второе место в Казани? За второе место нам подарили скакалку и блокнот. А за четвертое? Четвертое то же самое, потому что... А тоже скакалку и блокнот. Как бы тут без разницы, какое место занимает. А за первое, наверное, тоже, да? А за первое две скакалки? Блокнот и диплом? Не знаю, но, наверное, так же или что-нибудь добавить. Ну, Полин, я знаю, что и в Челябинске большое количество турниров, и вы много где участвуете. А скажи, вот самый такой для тебя ценный подарок, который вы парой завоевали. Есть такое? Мне больше всего понравилось, как мы танцевали на Кубке Спартака. Это было, проходило в Москве. Вот, мы заняли 5-е место, конечно, мы лучше А подарили-то что? Подарили нам... Мы подарили аплодисменты. Ну что, я понимаю, что вам танцевать гораздо проще, чем давать интервью. Мы приглашаем вас. Покажите нам что-нибудь. Вот станцуйте, покажите свой профессионализм. Что это будет, Вероника, сейчас? Скажите. Это будет румба, кубинская румба. Румба. Такую известную мелодию. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me. Perhaps a million.
million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. Браво! Просто браво! А вот да, поклончик, поклончик. У нас сначала, о, безумно, да, красивый, как бы... молодцы. А сколько лет нужно танцевать вместе, чтобы вот уже чувствовать друг друга вот, вот на все 100%? Я понимаю, что нужно быть братом и сестрой, да, как минимум. Да? Вы как танцуете? Вы, какая у вас разница в возрасте? У нас один год, ну и один месяц. Я так понимаю, танцевать вы стали, когда... Кто старше? Я. Когда Арсению исполнилось один год и один месяц, домой принесли Полину, и танцы начались, да? Это танцы у мамы начались? Да, да, да. У мамы, да. Вероника, один вопрос еще. Скажите, вот я понимаю, что последний оргкомитет сегодня. Есть ли уже информация, сколько спортсменов всего приедет в Челябинск на данный? Мы ожидаем около 2000 спортсменов, ой, потому что это будет очень много. 38 заявлено групп высшего спортивного мастерства, а также массовый спорт. И в каждом из них разыгрывается комплект медалей, каждый проходит отборочные туры. Вот. Особенно много, конечно, бывает малышей, и мы их ждем всегда. Красиво, и да, вот мы как раз-таки стараемся, чем отличается наш кубок, дарить интересные, хорошие подарки действительно то ребеночку, чтобы он запоминал. Да. Ну, для детей 2 в такой категории танцует Арсений Спрент. Это будут шикарные книги, которые подарил детский фонд. Очень красивые. Действительно, не просто тоненькие, но красивые очень издания, подарочные. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Полина, Арсений, удачи вам. Только пожелать вам удачи хотим, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Готовимся к юбилейному. Мы вас хотели пригласить, пожалуйста, вот, тоже приходите обязательно. Это будет в Дворце спорта «Юность» в это воскресенье с 10 утра и до 10 вечера будет нон-стопом-марафон. Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что это будет 9 апреля. Да. Правильно? Да, угу, да. Ну что же, хорошая тема, хорошая беседа. Перейдем мы немного к другой теме и поговорим о робототехнике.